Здорово, всем дратути! Сегодня у нас такой сумбурный экспресс-обзорчик вот этой вот замечательной приблуды из Китая. Заказывали на AliExpress, ссылкос в описании под видео. Переходите по линку, как минимум для того, чтобы проверить цену, так как у продавана частенько действительно крутые скидки, процентов так в 30-20 от средней цены на Алике на такие вещи. Я как раз попал на скидку и весьма и весьма доволен результатом. Сэкономил прилично баблинских, а убитые еноты все-таки всем в карманах нужны. Тем более, я, как истинный извращенец, предпочитаю рассчитываться в долларах, а не в национальной валюте. Вот так вот. Посылка приехала достаточно быстро, все относительно целое. Сам товар не пострадал, но упаковка — такое впечатление, что на ней коты бесились. Но такое бывает. Продавец запаковал все хорошо, за что китайцу большое отдельное спасибо, но, видимо, у него уже есть негативный опыт общения с нашими почтовыми компаниями, так что он уже не девочка, скажем так. Мы с женой покупкой довольны, сам товар полностью целый, качество исполнения, ну, чувствуется культура, ни заусенцев, ни каких-либо особо рьяных внешних дефектов, которые я бы так вот сходу заметил, не было. Может быть, если разобрать, там, конечно, и будет какой-нибудь трипер, но я в этом тоже не уверен. По крайней мере, внешне тут все полностью замечательно. Так что никогда не подписывайтесь на мой канал. Слышите? Никогда. Никогда не комментируйте мои видео. Ни в коем случае не тыдынкайте этот чертов колокольчик.